В городе замечен новый вид мошенничества. По-прежнему страдают доверчивые пенсионеры. Соцработники якобы проводят акцию к 70-летию Победы. Горожан просят быть бдительными. В Северодвинске группа молодых людей, представляясь работниками социальной службы, ходит по квартирам и рассказывает об акции для пенсионеров. Якобы в честь 70-летнего юбилея Победы соцслужба совместно с одной из городских торговых сетей предлагает продукты по сниженным ценам с доставкой на дом, но по предоплате. В один из магазинов этой сети уже обратилось несколько обманутых горожан. Не предоставляют услуги доставки продуктов питания на дом. И мы просим о подобных случаях сообщать в полицию, быть жителям нашего города крайне внимательным к подобным ситуациям и не давать деньги незнакомым людям, не передавать денежные средства незнакомым людям. Людей, обладающих информацией о мошенниках или пострадавших от их действий, просят обращаться в полицию. Телефоны вы видите на экране.